Уважаемый господин президент, уважаемые друзья, добро пожаловать в Россию. Мы очень рады вас видеть. Спасибо за то, что приняли наше приглашение. Наши отношения развиваются весьма позитивно. Наше стратегическое партнерство подтверждается ежедневной работой. Это касается и политической сферы, это касается нашего взаимодействия в области безопасности, в сфере экономики. И то, что подтверждает то, что включает и развитие наших областей, политической сферы, и сферы безденности, и экономической мобильности. В прошлом году товарооборот вырос на 2%, а за январь-сентябрь текущего года свыше 9%. В прошлом году наша ровно разница поросла на 2%, а за январь-сентябрь года еще 9%. Активно работает межправкомиссия, другие наши институты, созданные специально. И другие институции специально створены ради развития наших способностей. Все это, надеюсь, обсудим в ходе вашего визита. И Света Кучерджи, наш радио. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, очень рад новой встрече с вами. И большое спасибо за теплые слова, за ваше гостеприимство здесь, в Сочи. И вам, дорогой друг, большое спасибо, что, несмотря на плотный график, вы нашли время встретиться с нами. И, конечно, это большая честь для меня, для нас. Но каждая встреча с вами имеет большое значение для нашей страны, для Сербии. Еще раз хотел бы оказать вам большую признательность за постоянную поддержку Сербии, сохранению нашей территориальной целостности, независимости, суверенитета, за вашу поддержку на международном уровне. Но мне надо вам сказать, что я не оптимист по поводу достижения, как мы это скажем, окончательного решения, которое бы стало компромиссом между Белградом и Приштиной. Но, как вы уже сказали, мы эту тему обсудим вместе. Также надо сказать, что экономическое сотрудничество, товарооборот растет каждый год, и мы много того вместе делали по поводу строительства газопровода. Практически мы закончили газопровод через Сербию, и это огромная инвестиция, большой шанс для развития нашей страны и, конечно, для надежного будущего нашего народа. Должен подчеркнуть, что много того вместе сделаем с РЖД, который является профессиональным, ответственным и серьезным сотрудником и партнером Сербии. И, конечно, большое спасибо вам, уважаемый президент, большое спасибо господин Шойгу за уровень нашего военно-технического сотрудничества, и думаю, что у нас много того надо сделать в будущем. На концу мы все еще вспоминаем с теплотой ваш исторический визит в Сербию, в Белграду, потому что вы дали мощнейший толчок дальнейшему развитию наших отношений. Спасибо еще раз. Мы приглашаем вас в ближайшее время посетить Сербию еще раз. И у меня есть письмо нашего патриарха сербского господина Ириня для вас. Спасибо еще раз и всего доброго желаю русскому народу и Российской Федерации. Спасибо. Мы в свою очередь ждем вас в мае следующего года. И спасибо за это приглашение.